Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В этом видеоуроке мы подробно расскажем, как открыть торговый счет в компании Amarkets и начать работу на финансовых рынках. Прежде всего, необходимо открыть сайт amarkets.org. Если вы уже проходили регистрацию на сайте ранее, то вам нужно просто войти в личный кабинет, нажав на ссылку в верхней части страницы. И затем набрав ваш адрес почты, который выступает логином, и пароль. Если на сайте вы впервые и требуется создать новый аккаунт, то необходимо выбрать в меню раздел «Трейдинг» и далее «Открытие счета», «Личный кабинет», либо просто нажать оранжевую кнопку «Начать торговать сейчас». На странице регистрации, которая открылась после нажатия на ссылку, необходимо набрать фамилию и имя, номер телефона, а также вашу электронную почту, после чего перейти в «Личный кабинет». После того, как нам удалось войти в личный кабинет на сайте компании, переходим в раздел «Трейдинг», «Открыть торговый счет». В компании Amarkets 4 основных типа счета. Преимущества использования каждого из них указаны в описании на данной странице. Более подробную информацию о параметрах каждого из типов счетов можно найти на сайте компании в разделе «Трейдинг», «Условия торговли». Обращаем внимание, что в момент открытия счета есть возможность выбрать торговую платформу, в которой будет вестись работа. Для этого доступны терминалы MetaTrader 4 и терминал XStation. Также вы можете определиться с размером кредитного плеча и выбрать тип исполнения на счете Direct. После выбора всех параметров нажимаем кнопку «Открыть торговый счет». Перед нами появляется вся информация, необходимая для подключения к счету. Для подключения к счету в торговом терминале необходимо указать логин, то есть номер счета, пароль от него, а также выбрать сервер Amarkets Real либо Amarkets Demo и нажать «Логин». Пароль инвестора будет необходим, если вы захотите, чтобы кто-то, например, потенциальный инвестор, мог видеть всю статистику по вашему торговому счету, но не мог при этом открывать либо закрывать сделки. Телефонный же пароль пригодится для того, чтобы совершать операции по телефону при отсутствии доступа к торговой платформе. Подведем итог. Мы научились проходить регистрацию на сайте компании и открывать торговые счета, а также подключаться к ним в платформе. Надеемся, данное видео будет вам полезно. Всего доброго!